дельта функции в небо протянута, нерв идеальный струной натянутый, мысль уколола подобием вектора. Завтра экзамен, деваться нам некуда, завтра экзамен, теперь нам не спрятаться. Числа статы, уравнения матрицы нас отчисляют, но мы возвращаемся и вновь на науки в атаку бросаемся. Давай за вас учись, брат, до конца. Давай за тех, кто верил в результат. Давай за тех, кто это создавал. Давай за всех, на ком физфак стоял. Делать. Итак, последнее, что нам осталось, получить уравнение траектории. Уравнение траектории – это зависимость y от x. Как y зависит от x? У нас есть выражение для y. Это у нас иногда пишут y от t. Все равно, что сказать, ry от t или просто y от t. А вот это у нас x от t. Смотрите, у нас есть зависимость y от времени. Давайте отсюда найдем время и подставим сюда, сейчас. Из этого уравнения следует, что t равняется x от t, делить на v с ноликом косинус альфа. Или просто x на v с ноликом косинус альфа. Теперь давайте t подставим сюда. Тогда y будет равняться v нулевое синус альфа на t на x делить на v нулевое косинус альфа, минус g пополам t в квадрате. X квадрат, v с ноликом квадрат, косинус квадрат альфа. Кое-что сократится. V с ноликом сократилось, а синус делить на косинус – это как называется? Тангенс. Поэтому будет тангенс альфа умножить на x – минус g на 2 v с ноликом в квадрате косинус квадрат альфа x в квадрате. Посмотрите, зависимость y от x квадратичная. Поэтому какая функция у нас получилась? Парабола. Какой знак стоит при x в квадрате? Минус. Куда смотрит рога параболы? Вниз. Итак, уравнение траектории – это парабола с рогами, смотрящими вниз. Мне когда-то кто-то из математиков сказал, так нельзя говорить. У параболы не рога, у нее ветви. Я сразу спросил, вы дерево когда-нибудь видели? А рога вы когда-нибудь видели? Так что парабола? С рогами или с ветвями? Математики очень плохо знают, как устроен мир. Они живут в своем математическом мире. Физики живут в мире реальном. Все на сегодня.